Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Робзи, и добро пожаловать в Roblox. Сегодня мы с вами поиграем в симулятор таксиста. Итак, нажимаем Start Saving the World. Мы появляемся. Что у нас здесь есть? У нас здесь беспредел какой-то творится. Здесь стоит пацанчик, здесь какой-то нубчик и машина. Так, мы, я так понял, сами должны работать таксистом. Хорошо, давайте вызываем машину. Great такси. Вот. Почему-то меня посадило сзади. Я же водитель такси. Так, мне нужно найти пассажирчика. Машина не едет. Машина не едет. Машина, что с тобой? Давайте заново вызовем машину. У чувака тоже проблемы, я вижу, с машиной. О, нас выбросило с машины. Так, такси, давай. Во. Хорошо, хорошо, хорошо. Итак, нам нужно... Мы что-то разбили. У него, короче, машина сломалась. О, пассажир, садись. Эй, тебе плохо, пассажир? Садись. Куда тебя везти, дружище? Куда? Опа, 56 секунд. Поехали. Мне за 56 секунд нужно доставить его куда-то. Порт там... Портмар какой-то. Версия 2. У меня бампер отлетел, ребята. Бампер отлетел. Так, 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 тихо. У меня 45 секунд осталось. Тихонечко, тихонечко. Куда-то мне показывают ехать. Давайте карту отдалим, посмотрим. Ага. Ага, куда ехать-то? Ого, на другую часть карты вообще. На другой остров. Тихо, тихо. Куда разогнался? Тихо, вот, боже, она такая быстрая, эта машина. Я даже не думал, так, нужно задком ехать. Тут мой бампер валяется. Так, стой, дружище, 23 секунды. Нет, мне нужно денег заработать, ребята, у меня здесь денег совсем нет. Так, мне нужно отвезти его сюда. Так, слишком быстро не разгоняемся, здесь скорость слишком большая начинается сразу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, так, у нас ночь. Ночь на дворе, ничего не видно, прям вообще ничего не видно. Так, куда ехать? Зачем ехать? Так, куда тебе, дружище? Дальше. 6 секунд? Нет, я не успею привести тебя. Чувак, извини, но мы с тобой немножечко опоздаем на твою встречу. Ну, важная там у тебя встреча, неважно, мне все равно, мы уже опоздали. Минус 3 секунды пошло. Так, я что-то поехал кругами. Ну, на самом деле, так, друзья, таксисты и возят. Постоянно куда-то увезут. О, я вижу следующего пассажира, я к тебе сейчас приеду, дружище. А вот еще пассажир. Так, мы должны собирать нубиков. Нубики, ждите. Да, доехать-то надо. Сюда, что ли? Так, ну я тебя привез. Ты мне дал $10. Говорит, в следующий раз будь быстрее. Слышишь, дружище? Тут машина неправильная. Ты сам бы попробовал покататься на ней. Так, ладно. Давайте, друзья, берем второго пассажира. Попытаемся его доставить вовремя. Итак, залазь давай. Я застрял, чувак. Нет. Нет, я застрял. Доставь меня в Спуки Ленд. Какой Спуки Ленд? У меня машина застряла, смотри. У меня машина застряла. Я на бордюр наехал. Ну давай, выруливай уже. Заново создаем машину. Вылазим, создаем машину. Все, мы провалили задание. Ну а что делать, если у меня машина кривая? Давайте другого пассажира возьмем. Так, тихо. Ой-ой-ой, как ее носит-то. Что ж тебя так носит-то? Так, тихо, ребята, сейчас мы... Затком. Давай, нубчик. Поехали. Запрыгивай. Давай, запрыгивай. Ну я же подъехал. Садись. Ну, вот ты какой-то странный человек. Тебе прям что, на тебя наехать нужно? У меня машина задом... Так. Давайте заново создадим машину. Машины лагают. Так, я почему-то сзади сел. Так, я же водитель. Чувак, садись. Садись. Во. Так, 60 секунд. Куда-то доехать нужно. Так, давай. Stack Trash Cans. Давай. Я не могу больше ждать, говорит. Ладно, поехали. Поехали, друзья. Так, куда нам ехать? Ага. Нам вот туда нужно? Серьезно? За 40 секунд? Да ты что, издеваешься, что ли, дружище? Ребята, я не успею его довезти. Капец, здесь странные люди. Вы чё время устанавливаете мне? Я же сейчас вот тебе переулками буду вести. Ты опоздаешь туда на полдня. Твой корабль там или что там у тебя ждет там? Уедет без тебя. Опять мне не заплатят нормально. Заплатят всего лишь $10. Эй. Серьезно? Тебя кто учить водил? Ты? Ребята, авария. Смотрите, что ты... Ах, ты ж собака дикая. Ты что натворила-то? Я человека везу. У меня с машиной проблемы.
Ребята, у меня небольшие проблемы с машиной, но мы едем. Как бы нормально все, едем. Так, здесь какой-то поворотик. Неужели мы застряли на бордюре? Да ладно, мы застряли на бордюре! Все, чувак, извини, такси больше не работает. Так, давайте мы создаем новое такси. Мы провалили операцию. Здесь есть магазин. Это у нас гараж. Так, что у нас происходит? Так, вот, гараж. У меня есть $10. Это что такое? Это мы можем... Ракетницы, колеса, смотрите. О-хо-хо, круто. Так, знак стоп, робоксы потратить. Радио, дубл дурабити, так. Я могу эту поставить? Нет, надо, она всю дорогу стоит. Это стоит 200, это 200, это 200, это 50. Не, ребята, нам еще рано. Возвращаемся в игру. Нам еще рано сюда. Итак, нам нужно найти пассажира. Надеюсь, мы с вами сейчас найдем хорошего пассажира, который не будет говорить проехать весь город за 50 секунд. Итак, ищем нубчика. Нубчики, вы где? Пассажирчики. Так, здесь у нас какая-то штука непонятная. Так, нам нужно... О, машина... Во! Чувака, ноги телепаются из машины. Так, давай. Машина подана, дружище, садись. Карета желтенькая приехала. О, у нас наконец-таки день. Давай запрыгивай, нубчик. Я на бордюр не буду заезжать, потому что у меня машина застрянет, дружище. Все, давай, я подъехал. Садись, давай. Во, садись, давай, поехали. Куда тебе? Так, за 50 секунд. Ладно, попытаемся. Сплит Айленд. Хорошо, Сплит Айленд. Это куда, я не знаю. Ладно, поехали. Это куда-то прямо. Я вижу, какая-то дорога. 40 секунд. Опять за 40 секунд. А, не-не-не-не, нам туда нужно было. Так, машина. Так, это какая-то достопримечательность у нас, что ли? А нам нужно было чуть-чуть дальше. Опять, я не успею довести его за нормальное время. Опять он скажет, что... Дружище, ты, короче, мне деньги подарил. Так, быстренько ускоряемся. Ускоряемся прям... Ребята, 20 секунд. Возможно, я успею. Но не факт, если сейчас я... Проеду поворот, то все на этом закончится мое путешествие. Так, тихо. Ага, вот сюда тебе надо. 11 секунд. И я же привез. Вау! $25 и $9 за быструю доставку. Дружище, прям спасибо тебе от души. Низкий тебе поклон. Так, нубчик, а что-то он бегает. Спешишь куда-то, чувак? Ты спешишь? Что у тебя за знак вопроса? Машину ждешь? Так вот машина подъехала. Давай, садись. Давай, садись. Чувак, садись, я подъехал. Какой-то бешеный, ну тебя в баню тогда. Бочки так и просятся, да, чтобы я их сбил? Смотрите. Смотрите. Отлично, смотрите, как им... У меня получилось это сделать, ребята. Давайте вызываем новую машину. Итак, я машину починил. Она сама починилась. Тут куски моей старой машины валяются. Я видел здесь пассажира. Ну-ка, пассажир... Я застрял. Новую машину создаем. Я за рулем? Нет, я опять в пассажирском кресле. Почему? Да ёшки-кошки. Застряла машина. Так, мне нужно подобрать этого чувака. Так, аккуратненько. Хорошо. Вроде бы неплохо у нас получилось. Так, тот бегает, все равно бегает. Так, давайте задком подъедем аккуратненько. Чувак, садись. Садись в машину. Я подъехал, дружище. Я не могу на бордюр заехать. Вот бесполезный кусок нуба. Давайте, на бордюр. Нет. Ничего, с разгона надо залетать. Так, тихонечко. Давайте развернемся. И вот так, раз. Залазь давай. Все, куда тебе ехать? Отлично, сколько времени у меня? 23 секунды. Ты серьезно, чувак? 23 секунды ты мне даешь доехать? Куда ж тебе надо ехать, а? Так, ну ладно, не сюда. Надеюсь, где-то недалеко. Ладно, сюда, хорошо. 11 секунд, дружище, я спешу как могу. 7 секунд. Ребята, 7 секунд, 5, 4. Я успел, деньги давай. Все, я успел. Фух, все, друзья. Какой-то шар для боулинга. Ну, в общем, деньги я заработал, и слава богу. Все, нубчик. Вызываю новую машину. Та машина уже не ликвидная.
поехали еще давайте одну жертву найдем. Хотел сказать пассажиру, но нет, у меня жертвы в машине сидят, потому что я такой водитель бешеный, что это просто капец. Ребята, игрушечка на самом деле очень прикольная, в нее очень мало... О, дождь пошел, ребята, пошел дождик у нас. Так, нужно срочно найти пассажира, потому что когда начинается дождь, у таксистов сразу много работы. Всем нужно сразу куда-то ехать. Так, здесь у нас какой-то остров, надо отсюда выбираться. Здесь у нас никого нет. Так, это какой-то портовый остров, что ли, здесь... Тихо. Так, бочки я больше не сбиваю. Здесь пассажира мы уже забрали. Вот. А, это бесполезно, этот кусок фигни, который не хочет садиться. Ты будешь садиться в машину? Смотри, чувак, я подъехал. И должна машина, садись. Ну и все, короче, иди в баню. Так, поехали, друзья. Нам нужно нормального найти. Пассажира, который сядет в машину и поедет с нами по делам всяким. Так, давайте найдем пассажира. Так, сильно не разгоняемся, иначе я впаяюсь. Как с этого образ... А, все, я вижу дорогу. Я вижу дорогу, как выбраться с этого острова. Сюда. Теперь вот сюда. И направо поехали. Вот. Нашел мост. Отлично. Убираемся с этого бесполезного острова. Там людей нету. Неликвидный остров, друзья. Так, здесь у нас таксисты. Здесь нубчика выбросили. И он погиб или что с ним случилось? Вы убили нуба, ребята. Все, это мой пассажир. До свидания. Прыгай, чувак. Прыгай. Тут хорошее такси подъехало. Все, поехали. Ага, сколько? 22... Сколько? 22 секунды? И куда тебя довести нужно? А, вот сюда вот. Ну, сюда-то мы доедем, думаю. Нет, мы не доедем, дружище. Вовремя мы уже не доедем. Потому что Робзи решил сократить путь через газончик. Но не получилось у меня 10 секунд. 9, 8. Ребята, успеем? А ну-ка, давай. Опача, успели. Нормально. Машина разлетелась, но мы с вами успели. Все. У меня уже 102 доллара. Ребята, $102. Так, все. Давайте посмотрим, что это за штука. Тут какой-то тортик у нас или что это? Так, какая-то у нас стела стоит. Друзья, давайте на этом мы с вами закончим симулятор таксиста. С вами был Робзи. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Хорошее настроение. Спасибо за просмотр. И всем покедова!